9 детей и 2 взрослых оказались в больнице в результате аварии, которая случилась на одной из трасс под Петербургом. На перекрестке легковушка врезалась в микроавтобус со школьниками. Удар был такой силой, что пассажир, сидевший на переднем сиденье фургона, головой пробил лобовое стекло. Различные травмы получили находившиеся в салоне дети. Светофоры на этом участке дороги установлены, но подключить их еще не успели. Видимо, поэтому, поворачивая, водитель автобуса понадеялся на удачу, но проскочить не успел. У вас какая скорость была при этом? 60. Километров 60 была. Я оттормаживался, потому что отсюда машины выезжали. Просто он вывернул за 5 метров до меня. После столкновения детям понадобилась помощь не только врачей. Школьники оказались так напуганы, что спасателям пришлось вызвать на место аварии еще и психологов.